Любовью, заботой и радостью. А мы отправляемся в путешествие. В путешествие к женским мечтам. В краю березовом, где пахнет росами, осталась юная душа моя, где небо синее, трава с покосами, где дарит силы мне моя земля. Евгений Дербенко, край березовый.
подарок женщине – исполнение ее мечты. И сейчас мы с вами сядем в скорый поезд и отправимся навстречу женским мечтам. А поможет нам в этом член Союза писателей России, автор и исполнитель, солист оркестра русских народных инструментов Константин Головин. Композиция «Поезд». Добрый день, друзья! В эти непростые времена, которые в мире происходят, хочется, чтобы наше творчество вселяло в вас оптимизм и надежду. Поехали! Все поймете, я вас буду подводить к ключевому слову, а вы будете помогать. Хорошо? Поехали! Я бы горя с тобой
не знал. Кашеварил бы у плиты и колготки твои стирал. По субботам дарил цветы. Не угаснет любви костер. Мне б такую жену, как ты. Но жених твой, увы, боксер. Станут нам завидовать все. Этот месяц медовый мар. Пусть от зависти мой сосед заработает вдруг инфаркт. Обещаю тебе, что я не затею нелепых ссор. Будет дружная у нас семья, не мешает нам твой боксер. А детей мы с тобой родим, может, трех, а скорее всего двух. Впрочем, это потом решим, но не здесь и сейчас не суть. А в декабрьский холодок я построю добротный дом. Потеряем счет года, коли счастливо заживем. Буквально на днях увидал, возвращаясь в обед домой, продавщица цветов моргал, этот самый разрядник твой. Может, я говорю ерунду, мне не нравится твой боксер. Не права ты, что я болтун. Просто знаешь, я фантазер. Спасибо большое, как всегда, для вас очень приятно выступать. А какое же путешествие русского человека может быть без гитары, гармонии или балалайки? Александр Шалов. Эх, сыпь, Семен! Соло на балалайке Дмитрий Роготнев.
Большая просьба, друзья, отключить мобильные телефоны. Следующая остановка – Франция. И полька-телефон Эдуарда Штрауса. Учит высокомерных снисхождению, но главное ее свойство – все возвышать и облагораживать, писал Майн Рид. Любовь к людям – это и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего, писал Максим Горький. А у нас премьера песни замечательного автора Вячеслава Гаевского «Не играй в любовь». Для вас поет лауреат международных и всероссийских конкурсов Арина Сигитова. Ты слова бросаешь в ночь.
тебя забуду. Но и ты забудь меня, я теперь в ней буду. Отвернусь я от тебя, я найду себе другого, кто любит навсегда. Настоящего одного пожалеешь ты тогда. Настоящего родного пожалеешь ты тогда. Уважаемые зрители, позвольте, Арина Николаевна, посмотрите, пожалуйста, здесь. Дело в том, что у нашей солистки сегодня день рождения, и она нас радует. Любовью в сердце мы уже на родине итальянского скрипача, виртуоза Никола Паганини. Венецианский карнавал, соло на домре Валентина Шапира. Thank you.
мечта многих женщин – настоящий карнавал. Маски, тайны, даже сердце начинает биться чаще. Романс Якова Пригожина «Что это сердце сильно так бьется?» исполняет лауреат международных и всероссийских конкурсов Оксана Беленькая. Thank you.
всегда была к вам, и нет в мире очей, для вас исполнила Оксана Беленькая. А мы вернемся к милому сердцу нашего дирижера русской музыки, к творчеству талантливой исполнительницы игры на гуслях, композитора, народной артистки РСФСР Веры Николаевны Городовской. Для вас звучат композиции «Русский вальс» и «Русская зима». Ксения Мельникова.
Thank you.
путешествия бывают не только сухопутные и воздушные. Особенно романтичными нужно признать морские круизы. Для вас звучит морской марш Евгения Дербенко. Thank you.
музыка итальянского композитора Нино Ротта из знаменитейших оскароносных фильмов «Крестный отец», «Амаркадон», «Дольче Вита», «Ромео и Джульетта» и других, где блистали звезды мировой величины. Итак, Петр Омельченко и фантазия на темы из музыки Нино Ротта. Thank you.
пространствиях дальних. Уносясь в фантазиях к далеким островам, мы никогда не перестаем петь песни, которые из поколения в поколение передают нам русские женщины. Для вас поет Оксана Беленькая. Композиция «Только раз». Thank you.
Готовь сани летом, а о зимнем подарке для любимых женщин думайте в любое время года. Валены, валенцы, чесанки, катанки. Вы уже поняли? Все это валенки. Они как матрешка, гармонь, самовар, проверенный временем русский товар. Сейчас снова валенки в моде большой. И видим частенько мы зимней порой, как ярко алеют крутые морозы на валенках женских тюльпаны и розы. Александр Широков, валенки! No!
Дорогие друзья, от всей души мы поздравляем наших женщин с прошедшим праздником 8 марта, с весной. Желаем вам благополучия, здоровья и всех земных радостей. Мы вернулись из путешествия, мы дома, и пусть у всех все будет хорошо. От всей души желаем всем вам мира и добра. Всегда ваш оркестр русских народных инструментов имени Владимира Давидовича Глейхмана. Thank you.
Дорогие друзья, дамы, сегодня оркестр русских народных инструментов имени Владимира Давидовича Клейхмана поздравлял вас с Международным женским днем. Давайте же и мы поздравим прекрасную половину выступавшего оркестра и подарим им самое ценное для артиста – громкие и бурные овации! А сейчас для вас на бис звучит композиция «Праздник» Евгения Дербенко. Уважаемые жители, сегодня у нас такой потрясающий праздник. Столько удовольствия мы получаем, наверное, так редко. И наш оркестр русских народных инструментов дарит нам такое волшебство, такие эмоции. У меня голос дрожит, я даже не могу говорить. Настолько вы нас вдохновляете, настолько вы нас радуете, настолько вы нас волнуете. Спасибо вам за это огромное. Спасибо каждому выступающему, каждому исполнителю. Каждый просто виртуоз, каждый просто мастер. Я с большим волнением
Сегодня хочу в очередной раз напомнить нашим слушателям, что наш замечательный оркестр русских народных инструментов теперь носит имя Владимира Давидовича Блейха. Столько десятилетий он руководил этим коллективом, и незадолго до своего ухода он представил нам Александра Владимировича Лисовца. Мы, конечно, волновались, мы переживали. Столько лет был один руководитель, но с такой радостью я хочу сказать, что все продолжается. Продолжается тот же уровень мастерства, продолжается эта музыка, продолжается эта любовь, эта культура. Спасибо вам, Александр Владимирович, что вы на таком же достойном уровне. Здоровья и всех вам благ. Всего доброго.